Общественники области обсудили информационную кампанию, которую развернула медиагруппа «Общественное мнение против ветерана войны». Сообщение в поддержку Георгия Фролова опубликовали на официальном сайте региональной общественной палаты. Напомню, ветерана возмутил ряд публикаций информационного агентства. В статьях высказывают версию, что он присвоил себе чужие боевые заслуги. Поддержку Фролову выразили другие ветераны, а теперь к ним присоединилась и областная общественная палата.